Девочки, что готовим? Сегодня готовим овощное рагу, вот такое красивое, еще не все ингредиенты. Потом добавлю, вам покажу. Смотрите, перчик какой сочный. Это, вот этот фиолетовый, это перец болгарский. Девочки, вот покрошила вот так вот баклажан, он такой большой. Уложила его, ну он же много впитывает воды, я думаю, что еще вот эта масса вся осядет. Мне еще тыкву нужно поместить сюда, она уже нарезана. Девочки, вот в таком пакете, в такой вакуумной упаковке находится у нас тыква. Она уже порезана на такие мелкие кусочки. Девочки, я все, конечно, не положила, всю тыковку. Вот смотрите, вот такие вот достаточно крупные, мне показались мелкие. Немножко только положила, потому что хватит, иначе тут вообще никогда ничего не сварится. В общем, пусть тушится. Девочки, ну вот блюдо сготовилось. Можно сюда добавить чесночок, но я не стала. Не хочу почему-то, не знаю. Добавила наоборот перец, чили. Так что у меня томилось где-то часика два вот это блюдо, потому что мясо.